Общеобластную тройку от «Единой России» на предстоящих парламентских выборах возглавил губернатор Александр Никитин. Также в состав группы вошли председатель областной думы, член Генсовета партии Евгений Матушкин и депутат Госдумы Тамара Фролова. Также делегаты конференции утвердили список кандидатов по 25 территориальным группам и кандидатуры для выдвижения в 25 одномандатных округах на выборах в облдуму 7-го созыва. Всего 103 человека. Все люди глубоко уважаемые. Об этом, в общем-то, показало наше предварительное голосование. Это люди, которые набрали больше всего голосов, независимо даже от принадлежности к партии, так как мы в предварительное голосование приглашали всех лидеров общественного мнения. Все кандидатуры были поддержаны делегатами в ходе тайного голосования. В ближайшее время партийцы планируют подать документы для регистрации кандидатов от «Единой России».